Официальная площадь города Видное. Друзья, руки вверх, кто готов? Площадка магазина «Перекресток» на дне города и округа была одной из самых ярких. Хорошее настроение задавал ведущий праздника. Викторина сразу привлекла внимание гостей. Для нас вот эта активность является уже не просто каким-то опытом, а связью с людьми, потому что мы уже не просто перекресток, мы уже вышли на тот формат, когда мы предлагаем покупателю продукцию ЗОЖ, мы предлагаем свою линию по производству готовой кулинарии. Многие из которых гости могли попробовать прямо на празднике. А рядом со мной приглашенный компанией «Перекресток» шеф-повар Иван Григорьев, который из свежих продуктов сегодня здесь готовит канапе. На основе овощей, точнее сказать, фруктов и сыра. Интересное сочетание, да, сыра и сладкого арбуза. Это сейчас модно, это вкусно? Это старое классическое сочетание родом из Италии, которое пришло к нам, наверное, века с 16-го. Но люди об этом мало знают. И таких секретов в этот день шеф-повар открыл немало. Угощал гостей интересными закусками на скорую руку, которые может приготовить каждый. Достаточно в ближайшем перекрестке приобрести несложный ассортимент продуктов. С каждым годом его качество продукции улучшается, открываются новые филиалы. И вот в последнее время я, например, замечаю, что качество продаваемой свежей рыбы улучшилось, и ассортимент намного улучшился. Ежедневно перекресток посещает более 3000 видновчан. Многие из них присутствовали на празднике и с интересом знакомились с новинками магазина. Занятие нашлось и для самых маленьких. Дети развлекались на мастер-классе по изготовлению подделок. Все замечательно, все супер. Это приятно, что в городе есть такие замечательные предприятия. Подобные мероприятия сотрудники магазина планируют продолжать. Сейчас к старту готов проект по обучению покупателей правилам здорового питания. В ближайшее время появится как раз-таки расписание наших лекций. Будет едет нутрициолог, который расскажет о правильном питании, подберет вам продуктовую корзину, и вы сможете узнать, в общем, все секреты, как быть здоровым, классным и в тонусе. Видно, аж 5 магазинов «Перекресток», и их сотрудники каждый день ждут жителей к себе в гости. «Перекресток» – это всегда качественные и свежие продукты. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».